Сегодня мы находимся в здании стадиона «Химик» и берем интервью у руководителя и создателя любительской футбольной лиги Артема Альскерова. Он пригласил нас поиграть в футбол. Привет, Артем. Привет. Скажи, пожалуйста, а как вообще возникла идея создать любительскую футбольную лигу? Ну, любительская футбольная лига, она больше к нам с Москвы пришла. Вот. В 2009 году, так как у нас очень много коробок настроено мини-футбольных, вот, и везде было понемножку команд. Мы решили объединить все вот, в одну большую систему. Ну, как видите, на данный момент как бы достаточно людей вот, у нас играет. И все больше и больше приглашаем всех вот, в наши ряды. То есть каждый может, да, собрать просто команду, прийти к вам и участвовать в какой-то лиге. Сколько у вас лиг, сколько команд примерно? Вот, ну, лиг у нас уже три. Вот, премьер-лига первая, вторая. Вот, ну, попасть во вторую лигу сейчас может уже любой. Нужен какой-то взнос? Ну, нужен вступительный взнос, чисто символический, в принципе, по нашим сегодняшним меркам вообще. Вот, и команда, коллектив нужен. Друзья или товарищи, там, не важно. Сейчас, в данный момент, у нас на стадионе проходит турнир. Вот, Владислав, я вас приглашаю вот, попробовать свои силы в нашей команде. Пойдемте попробуем. Satisfaction. Satisfaction. Push, push. Satisfaction. Push, push. Satisfaction. Сложно, но можно. Играйте в футбол.